Привитас, амигос. Это видео, сразу говорю, это не обзор обновления от улиток, это такой подкаст, который решил записать под эту игру, именно под эту, потому что уже достали сообщения по поводу того, что у улиток вышел новый патч, пили видео. Я знаю, что у улиток новый патч, я знаю, почему надо пилить видео, почему не надо. Почему-то все с чего-то взяли, что все английские танки у меня будут уже прокачаны, и я с какого-то черта должен просто прийти и сразу, вот, вот они танки, обзор, обзор, смотрите, какой это танк, смотрите, какой вот это танк. С чего вдруг? Их надо прокачивать, чтобы они были открыты. Я этого делать не очень хочу, потому что геймплей этой игры это абсолютно не моя фишка. Тем более, что на этих английских танках, на всех, на тяжелых, по крайней мере, я играл в картошки, и поверьте, это те еще ведра. Среди них во все ветки там достойных машин. Ну, Black Prince, он в лоб не пробивался, да, но увидите, с какой скоростью он здесь ездит. Кернер Верон, или как его, где он тут? КР, ну, мы его Каен называли, да, тут же все такие историки крутые, тут нельзя сказать Каен. Кернер Вон, это вообще жесть, а не машина. Она настолько меня выбешивала, насколько я помню, что... Или наоборот, это единственное... Я даже не помню, по-моему, это... Вот это классная тачка, я вот прям по фотке вижу, что вот он, мощь. Вот, поэтому вот вам видео, вы хотели видео по обнове по английским танкам, вот какие у меня английские танки есть, на них сейчас поезжу, словлю ваншотов и уйду обратно в ангар. Что там, кстати, надо прокачивать, не надо. Так, собственно, какая разница, что стоковые, что прокачанные, все равно тут все друг друга одним выстрелом будут убивать. А английские танки, настоящие корыто, я просто... Еще уже после выхода зашел посмотреть, да, что у меня есть, что у меня нету. Хотя там писали что-то, прими участие в тесте каких-то танков, если у тебя есть уже английский пак. А у меня, видимо, какой-то другой английский пак, да, тест для меня недоступен. Вот, писали, что новые карты в игре, но я пока еще ни на одну не попал. Говорят, что там через дома можно ездить. Наверное, так же круто, как и рушить эти дома. Надо, чтобы твой танк весил несколько тонн для этого. Мне почему-то кажется, что... Вот, но речь не об этом, а о том, что... Да, сейчас еще нет. На данный момент, когда я пишу это видео, 10 человек до круга и цифры на канале не хватает. Но, учитывая, что приходит сейчас опять по 300 человек ежедневно, потому что удалось в очередной раз поджечь пердаки очередным видосом, да... Они полыхают, видео в топе находится по определенным запросам, да. Вот, на всякий случай уточню, каким образом видео попадает в топ. Нужно, чтобы у видео было большое количество лайков или и дизлайков, да, чтобы видео имело резонанс, то есть оно не оставляет людей равнодушным. Лайки, дизлайки и комментарии под этим видео, которых уже за 1000 перевалило, даже за 1200 перевалило. Я не занимаюсь лайкоклянчерством, по-моему, это какая-то унизительная... Унизительное занятие, там, да, кто-то говорил, что там один известный наш вододел танцевал за эти лайки, пусть дальше танцует. Иногда эти стримы уже напоминают, как бы, поиск тех, перед кем можно поунижаться, да. Но я никогда этим не занимаюсь, тем более еще больше от этого приятнее, что видео собрало эти самые лайки и вышло в топ. Значит, что видео, ну... в общем-то, стоящая, наверное. Хотя большинству не нравится, большинство, ну, как... Хочешь быть в топе Ютуба, подрывай пердаки или вбивайся в рекламу. Я вбиваться в рекламу не хочу, тем более, что она малоэффективна. Вот, а пердаки пылают, поэтому как-то приходится принимать удар на себя, поэтому хейтеров тоже очень много. Я уже как-то подпривык, я уже молча удаляю комменты и всего делов. Ну, такие самые отбитые, да? Вот, в общем-то. И вот теперь, благодаря вот этому, на канале скоро будет 30 тысяч подписчиков, то есть круглая цифра. Я не то что сторонник того, чтобы праздновать каждые 10 тысяч подписчиков, да, вот и ладно бы было 50 или сотня. Но 30 тоже неплохо, особенно если учесть. Вот видите, даже зенитка пробивает английские танки, а значит, что они просто огонь. Так и должно быть. Блин, вообще обожаю эту игру. Боже, какая же она классная. Вот прям вот реально вперед ехать, вот, педаль газа сжать, и то страшно, потому что твоя жизнь здесь обрывается раньше, чем ты успеваешь сказать мяу. Я
Ну так вот, и, собственно, многие уже спрашивают, а что на 30 тысяч ты там планируешь, а что ты там будешь делать, что не будешь делать? Я не знаю, я вот этим видео хотел бы спросить у вас, а что бы вы, собственно, хотели, чтобы на 30 тысяч подписчиков на канале случилось? То есть какие у вас есть идеи, ну, естественно, адекватные, да, там, мы все знаем, на что способен мозг среднестатистического российского человека, поэтому никто у нас не играет на желание как бы ни во что. Месть. Месть — это блюдо, которое подается в жопу. Мстить лучше в жопу. Блин. Вот, поэтому свои идеи, свои пожелания можете написать в комментах под этим видосом. Может быть, что-то будет из этого реализовано. Вот. Может быть, это будет какой-то острее. Может, кто-то хочет какие-то ответы на вопросы. Может, кто-то еще что-то хочет. Но люди, как правило, вообще много хотят. Много хотят и мало получают. Скорее всего, будет опять именно так. Но все-таки попробуйте. Почему у этого танка так медленно поворачивается башня? Господи, за это время, мне кажется, бабушка 90-летняя на пирамиду Хеопса галопом по ступенькам быстрее подымется, чем у этого танка повернется башня. Это просто невероятно. Он быстро ездит, но башня у него вообще ни о чем. Собственно, кстати, недавно, раз уж это такой подкастный видос, буду разглагольствовать минут 15 о чем-нибудь. Недавно мне понравился коммент, оставай, пошла ты в жопу, оставленный человеком под видео, вот как раз по тому резонансному видосу, да, про перспективы танковых игр. Вот, он написал, что в улитке все красиво, все офигенно, но в эту игру постоянно играть невозможно, что он заходит раз в месяц понаслаждаться качеством нарисованных моделей, то есть позалипать, почитать, то есть... Опять зенитка убила английский танк. Потрясающая техника. Причем, сейчас, я что-то даже не понял, у него выстрел откуда-то сбоку полетел. Наверное, это командир танка из пистолета выстрелил. Выстрелил с пистолета и пробил мой танк. А видите, она даже не смотрит в мою сторону. Вот, это мнение этого человека, в принципе, очень близко с моим. Я тоже считаю, что постоянно играть в эту игру невозможно. В нее заходишь так изредка, офигеваешь от красивой графики, да, что модели танков реалистично, все гнуто, перегнуто, все оптимизация, ничего не лагает. Это все, конечно, да, но, господи, какой же унылый геймплей. Это нечто, просто нечто из космоса. Я не знаю, это невозможно. Я даже, кстати, поймался на мысли о том, что в этой игре, как это сказать, вот, например, танках и в картошке 2 можно захватить базу противника и выиграть бой. То есть там имеет смысл давить одно и то же направление. Здесь смысла нету. Здесь ты продавил до середины и можешь остановиться, потому что те, кого ты убил, отреспаунятся и сейчас приедут к тебе навстречу и, скорее всего, тебя сольют. Поэтому ты до серединки доехал и все равно останавливаешься и ждешь. А я ждать ненавижу. Мне нравится, что в аркаде даже целиться не надо. Увидел, что крестик позеленел. Херач. Премиумные английские танки намного лучше, чем те, которые прокачивать надо. Вот. Тех, кому интересно, будут ли видосы по английским танкам, ну, я уже сказал, да, и качать я их не собираюсь, времени нету. Все мое свободное время, которое я не трачу на видеомейкерство, да, на рендер видео, мне приходится выкачивать танки в проекте Армата, да, у меня просто нету времени качать танки еще и здесь. Помимо времени, еще и желания у меня чертовски мало. А, играть именно в мир ваншотов, да, ну, абсолютно не моя игра, не мой геймплей, я к такому не привык. А, чертовски все медленно, уныло, скучно. Кто-то говорит, что думать надо, а я говорю, что просто это игра для тех, у кого плохая реакция, не знаю, для людей, для которых драйв и экшен — это какие-то непонятные такие слова, скажем так.
А вот постоять где-нибудь в кустах, там подождать, что-нибудь выцеливать. Странно, вот почему он не умирает? Вот серьезно, сколько надо в раз ему втащить, чтобы он сдох? Он догорел. Он догорел. Вот, и вот эта ситуация, кстати, в этой игре частенько замечаю, что иногда танки ваншотаются, но иногда попадается какой-нибудь танк, да, которого ты до этого прекрасно убивал, ты начинаешь его обстреливать со всех сторон, делаешь по нему 5-6 выстрелов, а он не умирает, он живой, он стоит, живет, продолжает жить. Я не знаю, что это такое. Это, наверное, местный этот, местный усреднитель статистики, он, наверное, здесь так работает. Ну а как еще? А, по-другому здесь, ну, жизни-то нет у танка, но можно ему поднять живучесть, просто не давать экипажу дохнуть, я не знаю. Давай, как в фильме Рэмбо, на таран. Не, зассал. Пум! Все время забываю, что у противника тоже есть зеленый крестик. Все, я отыгрался, да? Я свободен. Я свободен. Отлично. Словно днище, я на дне. Я свободен, ведь играл я на говне. Жесть какая. Вот, теперь Польша. Где же эти хваленые новые карты? Тетрарх, тетрач. А, в картохе у меня был тетрач. Вообще-то у него нормально там башня поворачивался. Вот, и еще, кстати, кое-что. Дело в том, что в декабре... Ноябрь... Да, ноябрь и декабрь — это месяцы, в которых реклама на Ютубе самая дорогая, поэтому... Хотелось бы, чтобы даже те, у кого стоит отблок, и которым вообще на все насрать, они не хотят смотреть рекламу, вот именно хотя бы в декабре ее посмотрели, а потом уже втихую, чтобы я не знал и не слышал, они отблок свой на место поставили. Потому что вот именно чертовски важно смотреть рекламу именно в декабре. Это позволяет апгрейдить железо видеоблогерам, тем, которые еще не лупят миллионы. Это очень-очень хорошо, это очень-очень... Правильно. Вот, поэтому очередной раз так про отбок сказал, про 30 тысяч сказал. В общем, вот, пишите, чтобы вы хотели такого праздничного на концовку года, чтобы я лупанул, да? Потому что, ну, сразу одним зайцем, и типа, ля-ля-ля, Новый год, какие крутые праздники, как будто всем не пофигу. И ура-ура, 30 тысяч, как это... Как долго это было. Но судя по тому, что снова... преодолел эту паузу, когда на канал подписывалось меньше 100 человек в день. Видимо, не за горами теперь уже и 40 тысяч. Ну, как не за горами? Через месяца полтора, наверное, два. Если страсти не утихнут. Сейчас еще непонятно. Ну, что за башня, господи. Сейчас еще непонятно, какие еще... Английские танки. Сейчас еще непонятно, какие еще новинки... бахнет проект Армата. Вообще патч у них вышел, но там нового еще меньше, чем у улиток. А улиток — это англичане первого левела, как я понял. Вроде как там выше второго англичане пока что даже недоступны. Они как-то странно пишут. Вот, хрен поймешь. Вот. Но у проекта Армата готовятся новогодние акции крутые, да, на которые еще вообще имеют смысл, в отличие от двух его соседних проектов, где у всех уже, в общем-то, кому это было нужно, все прокачано, да, а там еще игра новая, еще есть всем, что качать и качать, да, и там готовится халявный танк, готовится подарить, вот, патч-то там такой, все больше баги исправили, перебалансировали незаметность, там какие-то плюшки у ИТ убрали, что-то дали у истребителей танков. Вот, ну и можно теперь чужую статку смотреть. Но для того, чтобы посмотреть чужую статку, там надо, чтобы человек у вас был либо в друзьях добавлен, либо в чате его поймать. Потому что, как я понял, там нету поиска по игрокам, да? То есть, как в картохе, заходишь там в игру или на сайт, вводишь в поиск там ник игрока, и тебе выдают его статистику. Там такого поиска нету. Там надо правой кнопкой именно по имени человека нажать. И тогда наверняка вдруг появится стата. Если она не закрыта. Я просто хотел провентилировать обладателей пресс-аккаунтов. Посмотреть, чего они у нас там умеют. Но никак. Потому что у меня их в друзьях нету и не будет. Скорее всего.
отлично, опять зенитка расстреляла танк. Вот, а думаю, что уже минут через 10-15 после патча они эту самую стату свою все попрячут и уже будет не посмотреть. Но я свою стату закрывать не буду. Собственно, она в... А, да, она в открытом доступе, но вы не сможете ее посмотреть, потому что там нету поиска. Вот беда-то какая. А, и еще там много заявок друзья приходит. Почему я не добавляю никого? Ну, во-первых, чтобы толпа людей меня не доставала постоянно приглашениями во взвод, да, потому что там заявок в друзья уже больше сотни. А во-вторых, потому что у Mail.ru гениально все связано в один аккаунт. И почта, и аккаунт игры, да, ну, и мой мир. То есть первых людей каких-то, которые добавлялись в друзья, я добавил по глупости, да, и они прохавали и почту, и этот мой мир там как, с какими-то старыми фотографиями. И вот, стали писать письма на почту, значит, стали, что там... Да, даже не помню, чем это аукнулось все дело, короче, но... А, да, кто-то попытался сходу ломануть мою почту, да, а если когда пытаются взломать почту Mail.ru, там срабатывает автоматическая блокировка, а не залогинившись в почту от Mail.ru, не зайти в проект Армата, то есть я полдня вообще играть не мог пока, и эти полдня выпали на последние полдня, когда действовала акция с 200% опытом, да, то есть я так обломался из-за кого-то не слабо, то есть... Поэтому, пока, я не знаю, как-то они не отвяжут аккаунт игровой от почты, да, они этого не сделают, я думаю, что я в друзья, скорее всего, никого там добавлять не буду. Ну, потому что не все хорошие, честные люди, много людей и нехороших в этом мире. Ну что ж, вот и подошел к концу очередной крайне интересный бой War Thunder, потрясающе, очень, очень, очень симулятор, очень все... Это не игра, это симулятор, а я симуляторы не очень хаваю. Вот, вы хотели посмотреть на англичан? Пожалуйста, наслаждайтесь. Других англичан от меня, я думаю, вы не увидите. Потому что я не буду их прокачивать. Вот, и, собственно, пишите, да, в комментах, чего можно такого замутить на 30 тысяч. И, а также к Новому году. И, ну и что-нибудь там жмите, собственно. Пока-пока.